Добрый день! Вы смотрите канал для предпринимателей и ответственных сотрудников «Просто про бизнес». Сегодня мы покажем, как можно вести учет инвестиций, если вы привлекаете чужие финансовые средства. Сначала вносите в справочник все возможные используемые вами процентные ставки. Затем регистрируйте инвесторов и их вклады. Пополнять вклад можно будет любое количество раз. Программа автоматически построит график выплат. Причем вы не забудете ни про одну выплату, так как CRM-система для учета инвестиций заранее напомнит про каждую. А аналитическая отчетность будет держать под контролем вашу финансовую деятельность. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. В следующих выпусках вы узнаете много другой полезной информации из мира финансов. До скорых встреч!